Всем привет! Канал Рецепты Вредины. Сегодня приготовим вкусный, простой салат. Как говорится, вкусно и просто. Разбиваем первым делом яйца в чашку. Я буду использовать 6 штук. Солить мы пока не будем. Добавим соль непосредственно в салат. Теперь хорошенько все перемешаем. Разогреваем в сковороде растительное масло и начинаем выпекать яичные блинчики под крышкой. Далее берем крабовые палочки, нарезаем их небольшим кубиком. Готово. Отправляем в чашку. Туда же добавляем банку кукурузы. И теперь нарезаем наши яичные блинчики на небольшие кусочки. Можно соломкой, можно, как я, то ли кубиком, то ли прямоугольником. Это не важно. Добавляем кукурузе и крабовым палочкам. Далее перец по вкусу. Также соль по вкусу. И 2-3 ложки майонеза. Хорошенько все перемешиваем. Салат готов. Достаточно быстро. Берем красивую тарелку и выкладываем наш салат. Теперь попробуем. Очень вкусно, друзья. Я даже его посоветую подать на праздничный стол. Очень вкусно. Друзья, салат готовится очень быстро, легко. При этом он очень вкусный и красивый. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. Напишите комментарии. Ждем вас в гости. Всем приятного аппетита. Пока-пока. А я дальше пошел пробовать. Обалденно.